Дед Мороз приедет на Алтай уже 1 декабря. В этот день он встретится с жителями края на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Напомним, эта площадка станет главной на фестивале «Алтайская зимовка», который впервые пройдет в горах. В первый день зимы здесь ждут больше 5000 гостей. Они наряду с другими развлечениями, не дожидаясь новогодних праздников, смогут пообщаться с Дедом Морозом. Можно будет, наверное, каждому взрослому почувствовать себя немного ребенком и загадать самые сокровенные желания у Деда Мороза. По площадке будет ходить Дед Мороз, будет в одном месте находиться. Соответственно, можно будет также уже немножко так, почувствовать детство, скажем так.